Дамы и господа, всех приветствую. Я давно, наверное, не рассказывал и не показывал, как можно ездить по платной дороге, но бесплатно. И за платную дорогу я за последние полгода точно не плачу вообще. Внимательно смотрим и не надо критики. Ну что, вот вам машина впереди, которая едет. За ней цепляемся. Успели показать. Тихо, успели. Вот так как-то проезжается это. Он проехал, ты за ним. Сейчас я чуть-чуть от него отстал, но можно было чуть-чуть быстрее. Было бы тогда четко. Но так, в принципе, я успел.